Очень простой рецепт пирога. Нам понадобится стакан. Стакан у меня 250 миллилитров. И вот этим стаканом я измерила уже сахар и муку. И здесь у меня натертая тыква. Здесь у меня 3 яйца. Добавляем стакан сахара. И по желанию ваниль. И сейчас при помощи венчика это все хорошенько взобьем, соединим. Не нужно ничего до пышности, просто хорошенько соединилось, чтобы все. Теперь я отправляю стакан муки. Пакетик разрыхлителя. И перемешаем венчиком. Все, венчик нам больше не нужен. Убираем его. Теперь отправляем тыкву. Перемешаем. По желанию прям щепотку соли. Хорошенько еще раз перемешаем. И тесто у нас готово. Пока готовила тесто, у меня включена была духовка. Она разогревается на 180 градусов. У меня здесь форма 20 сантиметров. И я смазала ее растительным маслом. Можно сливочным. Вливаем тесто в форму. И так немножечко, чтобы просто тесто стало ровное. И все у нас готово, отправляем выпекаться, проверять, как обычно втыкается в серединочку, и палочка должна быть сухой. Ну и давайте посмотрим, вот такой пирог у меня получился. Выпекался он у меня 25 минут. Такой очень хороший цвет, такой приятный, ну, тыква дает такой цвет. Так, вот значит, сейчас он у меня еще остывает. Этот пирог можно хоть так просто подавать, хоть сделать крем-чиз, украсить орехами, фруктами. И у вас просто торт будет тыквенный. Обязательно готовьте. Сейчас сезон как раз тыквы. Пирог готовится очень просто, получается очень вкусный. Ну, я с вами прощаюсь. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, что скоро увидимся. Всем пока-пока. Ваша Ирина Воскресенская.